Listo. Лучше не открывать рот. Эй, что? Сдохни, тварь! Что тебе надо? Тебе не уйти! Что? Эй, ты кто?
Тебе здесь не рады. Что? Эй, что? Боги любят щедрых людей. Хиарет уэр хемасет. Дебе эмми эр пут пут. Нет чару тепе. Папа, ты египтянин, а мама гречанка. У Египта с Грецией не будет войны? Между нашими народами нет вражды. Мы все равны. Что-то не похоже. Жрец из храма сказал, что греки – враги Египта. Это совсем не так. Ведь добро и зло есть в каждом. Ты дитя и Египта, и Греции. Видишь, мы же с мамой любим друг друга. А, близнецы. У греков они просто братья. В Египте у них облик козлов, что живут в подземном мире. Они несут гибель или защиту. Даже боги бывают двуликими.
Залп!
Но! Но! Но!
Ветер крепчает. Нехорошо. Mm-hmm.
эти надписи времен Старого Царства. Трансляция. Сегмент 2. Поиск совпадений во времени. 93-й день после Великой Катастрофы. Говорит посланник. Привет, мир. Язык — это ключ к взаимопониманию. Ваш и мой. Наш. Сегмент 2. Поиск совпадений во времени. 93-й день после Великой Катастрофы. Говорит посланник. Привет, мир. Язык — это ключ к взаимопониманию. Ваш и мой. Наш. Мы слушали ваше время. Мы учились. И сейчас мы готовы рассказать вам об эпохе постправды. Он не будет против. В языке скрыты знания и мудрость, ложь и нарушенные обещания. С его помощью вы делитесь страхом, радостью, надеждой. Язык помогает вам взаимодействовать со всем вокруг,
Система, которая помогает делиться своим пониманием мира. Она передает абстракции, перемены и неуверенность. Язык людей подвижен. Он даже может стать математикой. Решать и предсказывать. Оценивать и декодировать. Он считает объекты с помощью базовых чисел. И решает квадратные уравнения с помощью воображаемых. Вы даже нашли способ общаться с машинами, чтобы добавить новые слова в свой словарь, чтобы расширить свое понимание мира. Но ваше понимание кода в лучшем случае рудиментарно. Это понятно. Все-таки вас не сделали всемогущими. Невозможно говорить о том, что не можешь постичь. Код — уравнение самой жизни. Оно скрыто в глубине каждой звезды, каждой пылинки. Любая секунда, что прошла, — это слово, знак. Часть странного, но притом простого языка, что существует в рамках самого времени. Все мы подчиняемся одному закону, неизменному, неизбежному. Код — это мост, единственная точка пересечения между вашей цивилизацией и моей. Это язык, который можно понять. Он говорит о том, что было, что есть и что будет. Мы, те, кто пришел раньше, знаем его, но вы нет. Время — это не просто день или ночь, или цифры на атомных часах. Его можно потерять, оно может кончиться. Время — это набор правил. Он немного схож с тем языком, что вы используете для общения со своими машинами. Время — это система, что определяет наше будущее. Вот как его понимаем мы. Код есть время, а время есть код. Найдя истину, спросите себя, а есть ли там дальше что-то еще, что-то другое? Не надо пугаться. Вам уже знаком язык времени. Он окружает вас даже сейчас. Вашему разуму время может казаться лишь сложной схемой. Для нас это что-то большее, чем просто доска с уравнениями. Это окно, сквозь которое тянется полотно бесконечности. Да. Когда я говорю о его истинной форме, ваш разум не способен осознать его. Будь вы мудрей, вы бы узнали о других симуляциях. Вы бы узнали о генезисе вида, которым вы стали. Вы бы узнали о космосе и его потоках. Проще говоря, время — это язык, из которого состоит реальность. Все наши реальности. Ваша, моя и все те, что вы не в силах представить.